Всем привет! Вы на канале Александр Фэм, и сегодня мы проведем 10 интересных экспериментов и опытов с водой. Поехали! Возьмем молотый перец, жидкое мыло и тарелку с водой. Возьмем жидкое растительное масло и жидкие пищевые красители. Перемешаем это все. Получаем интересный эффект, как будто маленькие круглые камни на дне. Это продолжение предыдущего эксперимента. Возьмем стакан чистой воды и вольем туда наш стакан с маслом и красителем. Получится, как будто маленькие червяки ныряют под воду. Прикольно! Для этого эксперимента нам понадобится любой рисунок. Не обязательно кошки. Не обязательно с таким носом. И зиплок. Пакетик такой. Все, рисунок в пакетике, и теперь нужно просто обвести контур. И сейчас эта картинка потеряет свой цвет и останется только черная. Магия. Круто? Правда, я забыла обвести один класс. Но это ничего. Как вы поняли, этот эксперимент немного не получился. Сори, но было весело. Для этого эксперимента нам понадобится свеча, шарик с водой и шарик с воздухом. Проверим, правда ли шарик с воздухом взорвется над огнем, а шарик с водой нет. Интересно, что это так бумкнуло? Как не грел я шарик с водой, взрыва не произошло. И хорошо, а то залил бы всю кухню и не попало бы. И последний эксперимент можно сделать в Майнкрафте. Надо прописать сначала команду. Полная команда для Майнкрафта в описании видео. Теперь у меня есть команда игрок. Теперь мне нужно чуть-чуть бедрок. Делаем башню из бедрок. Все, такая вот построечка несложная. И туда команда блок. И туда надо прописать вот такую вот команду. Так, берем рычажок. Там. Это будет там красота.
Папа внезапно попросил меня принести ему побольше льда. Не знаю, зачем. Идем сюда, смотри. Все очень просто. Кидаешь лед в бассейн и смотришь. Ну, пап, ну что же может случиться со льдом в бассейне? А вот увидишь, он это очень растает. Интересный эксперимент. Он вот. Же просто растает. Нет, 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 смотри внимательно, смотри. А теперь смотри, как... Смотри. Где? Ну видел, как здорово? Мне понравились абсолютно все эксперименты, кроме последнего. Он немножко мокрый, и теперь мне холодно. Для этого нам надо понадобиться... Он немножко мокрый. Потому что настоящие экспериментаторы идут и не на такие жертвы. Хай-фай. Давай еще раз. Три. Такой холодный большой кусок льда у меня на руке. Очень холодно мне. Очень холодно.